«Услышь музыку сердцем» под таким лозунгом 4 октября в стенах Казанского федерального университета состоялся концерт Казанского камерного оркестра «La Primavera» «Слушаем кино», на котором гости смогли насладиться не только музыкальными шедеврами, фрагментами из неугасаемой классики кинематографа, но и сделать доброе дело. Главная цель на этот вечер была поддержка работы и единственной благотворительной гостиницы «Дом Рональда Макдональда» в Казани. 775 тысяч. Все собранные средства на этом благотворительном концерте «Слушаем кино» пойдут на поддержание работы благотворительной семейной гостиницы «Дом Рональда Макдональда» в Казани. Сама семейная гостиница благотворительная работает уже более 3 лет, и она предназначена для семей, чьи дети проходят длительное лечение в детской республиканской больнице. Казанский камерный оркестр «La Primavera» верит в то, что их музыка поддерживает детей, помогает набраться сил душевных и физических. Главной особенностью вечера стало то, что всеми любимые композиции сопровождались фрагментами из художественных и анимационных фильмов, которые так любимы нам с самого детства. В программу концерта «Слушаем кино» вошли самые что ни на есть известные мелодии из таких кинофильмов, как «Моя прекрасная леди», «Завтрак у Тиффани», «Генрих IV. Безумный король», «Урок танго», которые произвели на зрителей неизгладимый фурор. Благотворительный концерт «Слушаем кино» всего лишь одна из возможностей оказать помощь тем, кто в ней нуждается, потому что добро всегда будет добром, несмотря на любые временные рамки. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универ Ньюс.